И сейчас выходит. Мы помним, Беларус вел схватку, серьезную схватку, и потом пропустил бросок на Япон от нашего спортсмена. Сейчас он утешается с представителем Таджикистана. Посмотрим, что будет дальше. Попытка проведения с упором стопы в живот. Кинза есть. И сейчас что у нас там происходит? Габасов на татами номер 3 ведет Вазари Юка. Остается 16 секунд. И представитель Киргизстана, наверное, уже не спасет встречу. Здесь у нас полторак в тяжелой схватке. Ведя Вазари, проиграл Юка. Но остается немного времени. Павел контролирует ситуацию. Серьезная схватка с Бакетбеком. Из Киргизстана очень крепкий спортсмен. То есть схватка наполнена своими неожиданностями. Здесь что у нас... Ёлки-палки, все-таки вот видите, что такое дзюдо. Только мы похвалили киргизского спортсмена, и все-таки бросил он Павла на Япон, к сожалению. А у нас спортсмен из Белоруссии, проведя две активные атаки, ведет замечание Шида. Неправильно выразился, из отбеков проигрывает Шида за пассивное ведение борьбы. А Беларус ведет. Активно ведет борьбу, пытается сделать прием через спину с колен в левую сторону. Но наказан Шида за фальш-атаку. То есть у них шансы подравнялись. Что там будет дальше? Атака, еще атака, переход в Неваза, попытка. Ну, ничего это не ведет ни к чему. Поэтому... Пока оценок нету. Схватка, скажем так, равная. Спортсмены понимают, что ошибаться нельзя, потому что если уже ошибиться в этой встрече, то, соответственно, больше не будет возможности утешиться. Попытка проведения белорусским спортсменом болевого приема. Спортсмены борются, пока без оценок, безуспешно. Отборолись половину встречи, пока никаких нету технических действий. Пытаются в диагонали побороться, зацеп под дальнюю ногу сделать. Ой-ой-ой, отличный бросок. Отличный бросок тамой ноги, а просто великолепно исполненный. Молодец, белорусский спортсмен, очень красиво бросает, красивым приемом, достигая победы, Япон. А сейчас продолжается у нас утешительные встречи весовой категории до 66 килограммов. Арбитр Морозова объявляет победителя, и следующие встречи.